Юный палеонтолог Женя Кислов. Привет, я юный палеонтолог Женя Кислов. Ламий Деревич. О, к нам подарок пришел. Это же Дракорекс. Дракорекс принадлежит роду пахицеталофавридов, которые жили в позднем меловом периоде в Америке. Я жил вместе с тираннозаврами. Меня зовут Дракорекс, привет. А ты тут будешь жить? От своих родственников. Он отличается головой. У него череп щупан вместо яйцеобразной головы, как у пахицефалозавра. Хотя многие палеонтологи считают, что Дракорекс – это и есть пахицефалозавр, но только молодой. Ну, я могу и о себе рассказать. Я понял, кто. Я Дракорекс. Про меня даже фильм сняли. Гарри Поттер, там был такой дракон, очень похож на меня, потому что рога были. Ну, он умел летать. И такие же маленькие лапы. Как-то в детский музей вошли дети Индианаполиса. Пришла группа школьников. Ребята подошли к одному знакомому скелету и подумали, что он был похож из Гарри Поттера дракона. И один из них увидел сходство Дракорекса с фергенским драконом, которым сражался Гарри Поттер в Кубке Огня. Палеонтологи так и решили его назвать Дракорекс Хогвартси, что по латыни означает «дракон-король Хогвартса». Я когда-то драконом, может быть, был. Не бойтесь, я питаюсь травой. Хотя могу крепко и дать удар. Я бы размера как 3 взрослых человека. Ой, даже 4. Это я такой был на вес. А высоту выше потолка. Вот этого. Ну еще половина комнаты нужно. Бумс, бамс, бумс. Смотрите, какой у меня хвост большой. Наверное, у меня как... О, кстати, я в длину как отсюда до спальни. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. С вами был я, юный палеонтолог Женя Кислов и Ламий Деревич. О, новое видео вышло. Подпишу ли я на него?